Всем привет, с вами Серега и... Света. Да, ну это Сокол и Айфера. Да, ну значит, сегодня... Сейчас первый час ночи, да, мы играем в Амнезию. Да, это самое важное, что именно первый час ночи. Значит, я играл в Амнезию, но никогда не видел монстров, правда. Поэтому мы нажмем продолжить. С паникой. Так, значит, оказывается, я оказался в шкафу. Точнее, я последний раз играл и был в шкафу. Я даже не помню, как я тут оказался. Может быть, там кто-то есть? Монстр. Эй. Да вроде все чисто. Да, ну тут светло, я думаю, никого. Так, я думаю, если я кого-нибудь вижу, у меня действительно хватит инфаркт. Я начну, не знаю, паниковать. Так, о, записка. Так. Ну, мне как-то лень читать. Вы можете поставить на паузу. Прочитать и вдуматься. Так, что у нас тут? Книжка. Так, ладно. Забери с собой книжку, будешь отбиваться от монстров. Да. Кстати, мне кажется, тут скоро монстры и... Ну, по крайней мере, в Пенумбре это помогало. Блин, я испугался от этого звука. О. Хорошо, что у меня все лагает. Ой, да ну. Темно? Меня сейчас инфаркт хватит. Не, действительно, мне страшно. Я боюсь. Иди. Как фонарик делать? Я забыл. Q? Shift? Как делать фонарик? Может, F? Спасибо. Я гений. Да, не то слово. Не, ну правда, стрёмно как-то. Давай, иди, купи лицензию, значит, играй. Ой, ты это видел? А тут помню, да, помнишь, тут монстр даже был в том видео этих. Да, это... Блин, ну это все равно... Всё, просто... Просто иди, не паникуй. Просто бежим, на все пофиг, просто бежим. Давай. О, готово. Ты уверен, что там не будет монстров? Без понятия. Готово, сообщили рабочие. Гробница открыта. Тин Хинат ждет. Ухмыльнулся беззубый бригадир. Отлично. По-моему, там не будет никого. Уф, я надеюсь, мы все собрали. Я туда больше никогда не пойду. Я жалею, что я купил эту игру. Я жалею, что... Ой, блин, что происходит? Уай! Ну, вообще-то да. Ай, юп! Да, я лучше пойду. Что у меня с здоровьем? Нет. Так, вроде тап открывать. Так, все в порядке. Фонарик, масло, стеклянка и ключ от винного пола. Смотри, что у тебя сразу. Так, смотрим. Так, запись, воспоминания. Так, так, химические ингредиенты были перенесены из лаборатории. Так, найдите ключ, нашел. Какая-то органическая, ну это я знаю, судя по всему, 4 химического компонента можно смешать для получения сильной кислоты. Хорошо. Смотри, наведи на мозг. На мозг, так, кровь пульсирует в голове, руки трясутся. Прям как у меня сейчас. Нет, реально. О, не боже. Не ходи по этой фигне. Так. Я буду немножко отставать с разговорами, так как у меня вот, лагает. Хорошо. Трудница. Так. Блин. Ну реально как-то страшно. Давай, Кай. Может быть, это была плохая идея, Свет? Не, ну правда. Черт. Если я не ошибаюсь, то в винном погребе кто-то будет, да? Я не знаю. Я не играла. А, ты не играл еще. Так, а как его использовать? Так. Каменная дверь была явно установлена для защиты. Поднимать ее вновь не прилагалось. Загрузка. Так. Действительно как-то не по себе даже. Ты вообще помнишь, куда идти? Нет. Я ж вообще не знаю. О боже мой, мне кажется, это будет. Зачем я это придумал, боже мой? Ну это придумал я. Я бы тебе сказал, что по этому поводу думаю, но знаешь, мне кажется, за это мое видео с Ютуба удалят.
Ё-моё! Чё такое? У меня зависло. Отлично. Вообще шикарно просто. У тебя зависло или ты видишь? Нет, я теперь вижу. Не бойся, я с тобой. Давай, няшка. Осторожнее под лестницами смотри. Спасибо, ты меня так подбодрила и... Почаще оглядывайся. Ага, чтобы увидеть это. Он может быть за спиной. Ты меня сейчас знаешь, кем сделал? Не, реально как-то... Психом. Да каким психом? Я... Да ну на, я слышу, как он ходит. Да ну. Не, реально ту. Вот именно ходит, знаешь, на одной ноге. Прям... На одной ноге? Ну, у него же одна нога стальная. Да? А я не знаю. Я тоже не знаю, я не хочу в это играть. Давай идти дальше. Надо по... Ты слышишь? Да, я тоже, да, я слышу. Что-то топает. Ладно. Да ну на! Ладно. Давай идти дальше. Да ты не представляешь, как мне страшно. Не, ну правда, Света, да. Тем более ты знаешь, что тут кто-то уже будет, так что все окей. Все окей? Это не то, что в пенумбре, когда черви вылезают внезапно. Да это пенумбра, это черви, а тут... Ёп. О боже мой. Барон? Алкаши. До завтра. Да, все выжило. Я, к сожалению, не знаю, что с ними будет. Кстати, что это было? Это типа воспоминаний что-то. Ну, он же выпил этот эликсир. Это... Так, вон там что-то. Там, по-моему, карта. Так, значит, где мы? Мы вот тут. Так, если мы вот тут, то прямо... Помни, так. Поиграй пока один, я отойду. А, нет, нет. Да-да, меня зовут. Типа не видно. Меня типа не видно. Так, ладно. Спокойно, все нормально, это всего лишь игра. Так, я... Продолжу через несколько секунд. И вот я вернулся. Мне было... Да, и я. Да, и ты тоже. И им просто страшно было без меня играть. Ложь, клевета! Так. Ну это правда ложь. Ты... Давай я опять уйду. Убей. Что это было? Не-не-не-не-не-не, это ни в какие ворота не катит. Войди, а. Может быть, прохождение посмотрим? Нет. Да. Хватит ныть, тряпка. Кто здесь тряпка? Ой, нет. Ты. Так, я няшка. Тряпка. О, какая тряпка, что ты несешь? Няшная тряпка. Такими няшными тряпками? О, и тут никого! Так, ладно, включу обратно звук. Сейчас бац, из-за спины монстр выпрыгивает. Отлично. Да, ты звук выключил. Лол. Только дошло? Я только заметила.
Тут какие-то куски чего-то. Куски тебя. Что это, мама мия, ваша за звукина? О. Воспоминания. Алкаши, о боже. Бедняжки, они все умерли. Взорвались от вина? Не знаю, может он... Не знаю. Их трое? Живыми нам отсюда не выбраться. Что ты несешь? Александр, ты подлый ублюдок! Александр. Ага. Ну, как я считаю, то, что... Ну, как я именно считаю, мне кажется, что этот Александр, он... Ну, не знаю, специально их сюда завёл и отравить пытался. Ну, тебе непонятно это было до этого момента? Понятно, но просто... Не, ну, сама подумай. Вот как до какой степени их вообще могло разорвать? Ну, я не понимаю вообще, что это. Может, это вирус какой-то? Вирус. Воу. Так, это что это у нас? Так, царская водка, письмо. Так, последние слова Вильгельма. Мое имя Вильгельм, меня зовут Генриха, это мои последние слова. Мои не Генриха, а Гериха. Читай лучше. Ми-ми-ми-ми-ми. Так, ну, в общем, он, наверное, тут кается. Опять же, можете прочитать. А, черт, там были страницы, ну ладно. Так, и... Все? Вообще круто. Мы сюда пришли, смотри, чтобы... лучше. Не, ну правда, звуки такие какие-то непонятные. Что я одна оглядываюсь. Спасибо за помощь. Не, ну что. Может быть, мы спрячемся в этом шкафу? И больше не будем играть? Да. Никогда. Нет, ты не прав. Что это за звук? Ты слышишь? Да. Вот что это? Это что, какой-то бизнесмен там ходит? Что-то я в этом сомневаюсь. Кто это? Где вообще ходит? Не знаю, надо мной. Звуки, ну, слышно хорошо, что надо мной прям ходит. Вот. По шкафу ходит. Да, мышка. В туфлях. Нет, я не... Возможно, возможно. Мне кажется, эта игра слишком... Страшная? Не знаю, я слишком маленький, чтобы в нее играть. Я пожалуй... Слушай, ты уже лошадь, давай играй дальше. Лошадь, да лошадь. Да лошадь. Какая лошадь? Я не животное. О, скафчики. Вот я еще маленькая, ты давай. Маленькая. Да, я на год тебя младше. Да, по голосу не скажешь. Так. Ну, по голосу нет, так да. Бу. Так, вроде мне не страшно, я не боюсь. О, что-то в бочке пара капель масла. Фонарик наполнен парой капель масла. Так, почему всегда пару капель? Ну, может быть, нельзя пока... там сразу литра два. Трудница, так. Это меня не все жиды. О, письмо. Это что? Каламин. Ой, что происходит? А, ой, бочка! Беги. Он вырубился, бочка ему на голову упала. Да? Да. Вот, я думаю, черный экран. Боже, вставай, вставай, вставай. Все нормально, все нормально. Не, давай. Не очкуй, все правда хорошо. Давай. Давай, вот я подожгу эту свечку, чтобы тебе не было страшно. Аутотренинг. Что? Может быть, может быть. Так, что вообще произошло? Тень, я помню этот момент. Я тоже удерживаю телефон, бла-бла-бла. Так, мне кажется, что эта тень тут все рушит. Так, что у меня там с маслом? Ого. Купри, царская водка, банка каламин. Так, вроде нормально. Так, это я... Ну ладно, так. Ух, булыжник такой. Интересно, почему тут реальный... Всё. Не бойся, Данил, Даниэль.
Смотри на огонь. Легчало? Так, потащили. Так, нам осталась вроде еще одна комната, да? Я не знаю. Так, ну там всего 4 комнаты было. Мы нашли 3 ингредиента. Всего 4 было, как я помню. Надо найти еще что-то там надо. Короче, один ингредиент. Да, и потом просто все сваливаем в эту долбанную, как его, хим... Как его, я даже не помню. В этот долбанный Sims. Sims, при чем тут Sims? В общем, там химичить надо, так. Любишь играть в Sims? Нет. Не, сам признавался. Клевета и ложь! Ой, зачем я это сделал? Так, ну хрен с ним. Так, в общем, дверь можно открыть, смотри на огонь. Ой, это записка? Слишком мокрая. Все, не бойся, Серега. Нормально. Серега. Серега. Лол. Может, Даниэль? Нет. Играю я, не Даниэль. Так, мы там были? Нет. Блин, я не помню, чтобы мы туда ходили. Чтоб ты туда ходил. Извините, блин. У нас вылетела игра. Ну, в общем, я думаю, у нас сейчас все будет нормально. Так. Если враг близко, не попадет. Что? Окей. Оглядывайся. Возьми книгу. Сейчас. Броняйся ей. Подожди. Может, тут что-нибудь есть? О. А? Настолько опытный. Ой! Ё-моё! Блин. Света, это видела? Да, видел. Что? Давай, иди дальше в игру. Нет, поставь громкость обратно. Всё, тихо. Он ушел? Я не знаю. Он как-то быстро ушел. Ей-богу, я хотел пойти направо. Ой, что это было? Я хотел пойти направо. В ту дверь. Черт, ты не представляешь, как мне страшно. Очень. Оглядывайся, он сзади. Нет. Давай, ну давай, чтоб тебя тут не было, чтоб тебя наубили. Он будет сзади. Да тихо ты, а. Извини. Ха? О, почему двери открыты? Что нам надо? Что нам надо? Да вообще какой-то лабиринт, если честно. Все, в топку. Арию пигмент, все. Все, мы все взяли. Сваливаем нахрен. Сваливаем. Иди в лабораторию. Собирай все. Точнее, всё. Смешивай. Просто бежим, просто бежим. Беги, родненький, беги. О, не бой. Ну, это читайте сами, где лень. Жутко ли. Не обращайте внимания, он уже не смог. Ну, а дальше сами. О боже, какая же напряженная все-таки игра. Так, стоп, звук продолжим. Так, все, включил звук. Ой, что происходит? Ого, звуки такие, правда, сразу. Ой, еб... Вот эта фигня тебя бьет. Ой, блин! Пипец, сколько у меня хп? Мелкие порезы. Тут нет хп. Ну, хп нет, но лаборатория. А, вот лаборатория. Он присел у стены. Каспы, глотая воздух. Со лба струился пот. Каплями падая на покрытую песком землю. Ну, я думаю, вас... Какой ужас. Да. Ну, подумаешь, схватил. Это же не значит, что надо. Так, значит, блин, реально звук очень громкий. Хотя вам, наверное, плохо слышно, а мне пофиг. Поставлю на двоечку. О, так. Так, я не знаю, что тут делать. Ого, что это? Ну, звуки я и сейчас слышу. Ты же вроде отключил подсказки разработчику. Сейчас отключу. Я реально... Лол. Там одна висела, видел? Да, я видел. Я же отключал. Да ну в топку, без этих... Сидите в прочее, ты со своей этой музыкой пытаешься... Блин, ну поставь ты громкость. Да надо. Хорошо. Мне же тоже хочется, чтобы что-нибудь слышно было. Не-а-а. Давай. Все, поставил. Не будь тряпкой.
Я не тряпка. На двоечку, давай на двоечку. Нянь. Все? Да. О, еще одна. Успокойся. Ого. Ну это я помню. А? Да, да, круто. Так, что у нас тут? О! Чё всё трясётся, я не понимаю. Не знаю. Ой, чё, чё? Однажды я вернулся. Если бы не мысли о тебе, любимая, мне бы не было... Мне бы незачем жить. Когда я совершаю жесткие вещи, я стараюсь помнить о тебе. Пока я думаю о тебе и долгих днях, что мы провели вместе, я знаю, что лучше других людей. Что я лучше других людей. Мне жаль их. Ими движет жажда безграничной власти. Я желаю лишь справедливости и возвращения домой. Знаешь, это мне кого-то напомнило. Тебя. Да ну что, правда, что ли? Угу. С каких пор мы живем вместе? Ну ладно. Так. Ни с каких. О, о. А, вот сюда она, ага. Так, окей, значит, так, подожжем, да в топку. Мы вроде не стоим. Так, значит, сюда, да, поджигаем? Постоянно оглядывайся. Да, да. О, отлично. Слушай, как я четко угадал, что сюда наливает. Не, реально, я вообще играю первый раз. Что там на происходит? С тобой все в порядке? Это моему сердцу скажу. Так, теперь что? Так, это мы, наверное... Слушай. Не, я спрашиваю тебя именно, ты шираешь. Со мной все нормально. Ой, ой, что, куда крутить, что делать? Ой, ну, что-то куда... А, да блин, это неудобно. Так, а, вот. Вот. Ой, так, стоп, наверное... Ну, это было очевидно, и... Все, 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 бежим отсюда нахрен. Склянка с кислотой. Да чтобы эта кислота напровалилась, я вообще ненавижу ничего, все, уходи. Лестница сломалась. А, вот что обрушилось. Все, мне пофиг, я ничего не знаю. После 3 дней передышка в Алжире. Передышки в Алжире. Да ну мне не получается классно читать. Да, у тебя не получается. А зато вот то на беленьком фоне у меня получилось отлично. Да еб, что вы все... Ой, блин! Я же вроде действительно комментарий. Раны сильно кровоточат. Настойка опиума, это средство укрепляет... А, вот! О, все. Мелкий порез, отлично. Так... Все, ну в топку я просто... Нам сюда, да, наверное? Я не знаю. Я не играла. Ты меня даже не спрашивал. Так, что это? Так. А, ну да, очевидно, используют тут кислоту. Да, ну я помню, я вроде проходил. О, все, да, отлично, проходим. И на этом, я думаю, дамы и господа, ткань пахла пустыней и мускулом. Да, нет, не мускулом. Ну все, нет, считайте сами, у меня не мускулом. Как так можно сказать? Я думаю, на этом сегодня мы закончим. Может быть, мы продолжим, если понравится. Да, если вам понравится, мы, конечно, продолжим. Ставьте пальцы, подписывайтесь. Ну, это на ваше усмотрение. С вами был Сокол и... Ну, вообще-то, Серега и Айфрера, получается. Серега и Свет, ё-моё. О! Чтобы вы слышали... Темновато здесь. Да, и на то есть причина. Но ты уже можешь зажечь фонарь, если хочешь. Что за причина? Почему темно? Держись поближе, не отходи в сторону. В чем причина? Зачем тут такая тема? Будь внимателен на нем. Иди прямо и не делай ни шага в сторону. Ну все, заканчиваем. Да, вы их слышали, тут очень темно, поэтому... Мы как-нибудь в следующий... Поэтому нам страшно? Да, нет, да, да. Нет, мне не страшно. Да, мне тебе, тоже... наверное, страшно. Не, мне нормально. Я даже зажгу это. Вот, мы на этом остановимся. Если вам понравится, опять же, мы продолжим. Всем спасибо. До свидания.